От администрации города с профессиональным праздником предпринимателей поздравили первый заместитель главы Александр Бурбах и начальник управления по социальным вопросам Зинаида Караваева. В своем выступлении они отметили важную роль малого и среднего бизнеса для создания комфортного и удобного качества жизни котлашан. Пожелали гостям встречи, дальнейшего развития, процветания и надежных партнеров. Сегодня 10 лет российского предпринимательства. Ну и, соответственно, год у нас хороший, столетие города Котласа. Поэтому я вас с этим праздником сегодня и поздравляю. Я надеюсь, вместе мы сделаем социальную жизнь, жизнь наших котлашан более качественной, успешной, интересной. И тем качественнее, успешнее и продуктивнее будет ваш бизнес. Сегодня на территории Котласа зарегистрировано 434 предприятия, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. На них трудятся 5153 человека. Количество индивидуальных предпринимателей составляет 2088 человек. Многие из них оказывают активную помощь городу в мероприятиях социальной сферы, тесно сотрудничая с органами местного самоуправления. Очень приятно было поучаствовать в последнем мероприятии города Котласа. Это Котласская регата. Грандиозная, масштабная, эффектная и по отзывам наших жителей просто замечательная. Вот и будем рады принимать участие во всех активных мероприятиях, спортивных, социальных. Это наш город, и мы готовы работать не только для благосостояния, но и для того, чтобы его развивать и делать лучше с каждым днем. Поздравляю еще раз всех с днем предпринимательства, всех успехов и благополучия.